Смысл этого вопроса, мы люди, мы ищем чего-то в жизни, мы думаем, если мы найдем эту вещь, нам будет больше ничего не нужно в жизни. Но когда мы находим эту вещь, мы понимаем, что это не главное в жизни. И Иисус сказал, что «Я есть путь, истинная жизнь, никто не приходит к Христу, только через меня». И в этом припеве этой песни она говорится, сколько можно искать, сколько можно убежать. Остановись, бесполезна борьба, если в сердце нет Христа. Что если Иисус не живет в твоем сердце, и все, что ты ищешь, это бесполезно. Может, время пришло остановиться и подумать об этой песне. Грустно все равно. Ведь рядом нет никого.